Ураган Агнес продолжает свой разрушительный путь по Карибам. В настоящее время держа курс на Флориду Кис. Поэтому губернатор Шин обратился к федеральному правительству, прося о помощи в борьбе с ураганом. Возможно, наиболее смертоносным из тех, что достигали этой части света. Не бойся, Лиза, мы всем родителям сообщим о том, где вы будете находиться. Поняли, куда ехать? Школа Болл-Харбора. Я смогу ее найти? Да, только ни в коем случае не сворачивайте налево, а то приедешь в Цикоревую долину. Майя? Там она в безопасности. Судя по прогнозу, ураган заденет их по касательной. Почему бы нам всем туда не отправиться? Их эвакуационный центр переполнен. Вы не успеете доехать до долины. Ну, готовы? Да. Нет! Поли, быстрей! Все, иду! Я просто не знала, как обычно одеваются в эвакуационных центрах. Я бы посоветовал тебе такой наряд, стиль которого можно определить примерно так. Да, возможно, меня унесет ветром, но все равно я люблю веселиться. И мне совсем не страшно. Хотя по натуре я человек мягкий. Идешь или нет? Удачи! Мы поедем следом за вами. Я проверю, вдруг кто-нибудь остался. А как же Кэп? Он повел свою Марию Ди в бухту, чтобы она не попала в ураган. Остался только Флиппер. Он вывел Афродиту и всю стаю в открытый океан. Там им будет веселее, чем здесь. А вдруг они не вернутся? Мне кажется, что Флиппер их уговорит. Зачем же ему самому кормить целую стаю одомашненных дельфинов? Надеюсь, ты прав. Все готовы? Да, давай, поехали. Ураган приближается. Быстрее. Знаешь что? Что? Думаю, завтра в это же время мы не узнаем этого места. Не дай бог. Уип Хабли, Элизабет Мархет, Джессика Альба, Рен Ти Браун, Скотт Майклсон, Аня Колиби и Гас Меркурио в роли Кэпа. По мотивам телесериала Рика Браунинга и Джека Каудена. Воспоминания. Привет, Флиппер. Я знаю, что они все сейчас в убежище. Я пыталась дозвониться, сказать, что мой автобус приедет пораньше. Эй, я тоже соскучилась. Ладно, мне пора ехать. А ты смотри, береги себя и не давай в обиду Афродиту.
Флиппер! Опасно, мост ремонтируется. Это пинг-понг. Моя мама и то лучше играет. О, да. Она же у тебя была членом команды сумчатых в 75-м. На что ты намекаешь? Для разогрева мне нужно игры 3-4. А потом, Дин, берегись. Ты готова доказать? Когда угодно. Подавай. Простите, можно мне сыграть? А в другой раз? Прости, у нас тут разборки. Я умею. Не сомневаюсь, но... В другой раз. Хорошо, я подожду. О, нет. Есть 1-0. Не могу дозвониться до Майя в Цикориевую долину. Потому что все наземные линии связи оборваны ветром. А станции сотовой связи работают с помехами. А Майе можешь не беспокоиться. Возможно, сейчас она отрывается со своими друзьями. Правда, не знаю, кто из них кто.
Мне повезло, что они появились в моей жизни. Доктор Рикс и Пэм уехали отсюда всего пару недель назад. А мне кажется, прошла целая вечность. Они сюда не вернутся. Дело не в том, что я по ним скучаю. В каком-то смысле они остались со мной, и я рада, что они убедили меня дать шанс доктору Долтону. Называй меня Дженнифер. Это лучше, чем доктор Долтон. Я имела в виду шанс не в том смысле, что просто... Просто в твоей жизни произошло много перемен, которые случаются далеко не с каждым подростком. Это так. Я знаю. Я в твои годы была довольно самостоятельной и плевала на условности. Не бойся бояться, Майя. Чего же? Например, того, что ты становишься женщиной. Просто опасайся мира взрослых, и все будет хорошо. И кое-что еще. Убирай в комнате и чисти зубы. Да. И лучше сохранять личные записи на дискете, чтобы не делать их достоянием всего института. Упс. Вижу, это ваша первая свадьба, поэтому дам совет. Это нехорошо, когда гости выглядят так же великолепно, как и невеста. Когда ты будешь выходить замуж лет через 15-20? Через 20? Сомневаюсь. Ну, пусть через 30, если не будешь готова, через 20. Не волнуйся, Майя, если что, будете просто жить вместе. Далеко не каждая женщина в Палм-Бич любит золотые кольца. Зато каждый парень в окрестностях Бонди-Бич вставляет золотые кольца себе в нос. Посмотри на мой нос. Даже странно. Это ведь в твоем вкусе. Эй, кто здесь старший и должен подавать пример? Мы. Прости, Майя. Не слушай. Похоже, Дин просто я не... Требует внимания. И не мечтай, неудачник. Доброе утро. Я принесла тебе одежду и кофе. Ты ангел. Ему было немного лучше этой ночью. Никаких происшествий. Сердцебиение нормализовалось. Доктор Раферти считает, что худшее позади. Отлично. Прими душ и поешь. Я побуду с Кэпом. Не знаю. Дженнифер, ничего другого сейчас не сделать. Я позвоню, если что-то изменится. Наверное, мне стоит заглянуть в институт. Может, они меня уже уволили. Спасибо, Майя. Ты такая взрослая, а? Это более скромное, в консервативном стиле. Походка для вечернего платья, когда нужно подчеркнуть элегантность осанки. Ясно. Но показываясь в купальном костюме, нужно взмахивать руками и слегка извиваться. Будто говоря, я уверена и привыкла, когда на меня смотрят в купальном костюме. Я думала, все просто выходят и из них выбирают самую красивую. Тебе еще столько наивности. Майя, ты должна овладеть хитростями. Смазать зубы вазелином. Я поражаюсь, как много ты знаешь. Точнее, как много об этом вообще можно знать. И не забудем о награждении. Смотри. Моя корона. Мой скипетр. Приветствие подданных. Смотри на руку. Она не болтается. По-королевски, но чуть свободнее. Какая походка? Элегантная, видимо. Отлично! 2 года моих уроков, и ты победительница всех конкурсов. Ну ладно, пора позаниматься самой. Талант видно издалека. Увидимся. Пока. Майя, я понимаю, тебе пришлось не сладко в приюте, но я надеялась, что мы можем доверять друг другу. Я тоже. Мы должны сами разобраться. Ты все-таки коп, понимаешь? Послушай меня. Руководствуясь своим опытом, ты сделала не совсем верные выводы о том, что может случиться с малышом. Зря ты скрывала. Дину и Холли ты же рассказала. Почти под дулом пистолета. Тем не менее, ты же понимаешь, о чем я? Наверное, о том, что я не должна относиться к вам, как к еще одному толстокожему взрослому. Ведь вы та самая Дженнифер,
который всегда готовы выслушать меня и помочь. Вроде того. Как самочувствие? Иногда кружится голова, но я в норме. Правда, Джефф? Даже больше ты хорошеешь. Скоро и нам будет полегче, когда мы получим деньги. Не думаю, билетик-то мой, и я все потратил. Потратил? Полностью. Половину суммы я отдал своей семье, и они будут получать взносы в течение 20 лет. Ну, а другая половина? Ушла на счет института. Ты не шутишь? Ну, этому заведению я должен больше. Ведь я купила билет. А я придумала цифры. Ха-ха, остроумно. Хотя это было просто-напросто совпадение. Так говорила доктор Раферти. Будто мои временные психосоматические способности связаны с повреждением мозга. Но я знаю правду. Это все от бака. Если в скором времени я отсюда не выберусь, все будут вспоминать обо мне на моих поминках. Что же делать? Майерс, сейчас ты продуешь. Продую? Да, продуешь. В смысле, проиграешь. В смысле, потерпишь поражение. В смысле... Вы собираетесь заканчивать игру? Да! Та-дам! Мне можно сыграть? Еще одну игру. Пожалуйста. Ну, мы еще не закончили. У нас ничья. Спасибо. Может, ты найдешь игрока по своим размерам? Вот и сыграешь. Нет, я хочу с вами. Буду ждать. У властей нет средств на то, чтобы противостоять урагану, который, видимо, захватит более обширные области, чем предполагалось ранее. Теперь на пути урагана Агнес находятся также Динало-Сити, Трейсивилл и Цикориевая долина. Цикориевая долина. Надо дозвониться до Майи срочно. Может быть, удастся связаться со спасательной службой на побережье? Дяденька офицер, они не дают мне поиграть. Хорошо, потом я с ними поговорю, но сейчас у меня много важных дел. Брось, Майя, ты и не в таких переделках побывала, но находила выход. При помощи моих друзей. Хорошо, благодаря помощи друзей. Видишь что-нибудь? Пока нет. Том, Дженнифер, мы здесь! Подождите, не двигайтесь. Они там. Держи меня, Куин, я вытащу Майю. Готов? Опускай. Давай, Майя, держись. Давай, еще немного. Так. Еще. Она уцелела только благодаря шлему. Это могло убить. Едем.
больнице. Хорошо. Слушайте, сколько вам лет? Меня зовут Эми, мне 7 лет. Хорошо. Ты хочешь сыграть со мной? С вами обоими. Несколько ударов и запариться поднимать мячи. Хм. Да. Ну что, готово? Браво! Майя уехала. Что значит уехала? Она выехала на автобусе в 8 утра в Белл-Харбор. Там у нее был припаркован велосипед. О, нет. Вернемся в институт. Я с вами. Останься. Том. Мы сами сможем разобраться. Будь осторожен. Буду. Мы найдем ее, обещаю.
разыграть? Я опаздываю на занятие. Перестань, Флиппер, что здесь может быть особенного? Флиппер, это же ребенок. А я смотрюсь вокруг. Хорошо. Майя! 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 Флиппер! Тапок Майи. Она тут где-то рядом? Сюда? Давай, дружище Флиппер, веди меня к Майи. Куин, я пойду за Флиппером по пляжу к северу от Шифрика. Тут никого нет. Я тебя встречу. Ладно, Флип, вперед! Ты нашел шлепанец. Ну что? Флиппер принес мне шлепанец. Майи? Похоже на то. Вероятно, он нашел его здесь. Здесь?
Ты знаешь, что там внизу? Да, там отводная труба главной водосточной канавы города. Я ее проверю. Стой, сюда затекают ливневые воды, а вытекает сточная вода. Тебя изрубит, как в миксере. Ну так что из этого? Как что? Это самоубийство. Мы ведь должны найти выход. Слушай, он нашел тапок Майи, но это не значит, что она здесь. Ты понимаешь, что она могла потерять его в любой сточной канаве города? И что ты предлагаешь делать? У нас на станции есть карты городских коммуникаций. Посмотрим карту, и что? Сколько водосточных труб мы сможем проверить в такой шторм? Немного, но ты ведь сам говорил, мы должны что-то сделать. Не забывай о том, что флиппер может знать, где она. В любом случае, у него больше шансов найти ее. А как мы сможем следовать за ним? Дженнифер! Получится. Сомневаюсь. Эту штуковину не использовали уже больше года. Но она работает. Да, работает, но вопрос в том, каков радиус ее действия. Все же обычно мы использовали лодку. Сегодня ее лучше не брать. Что там с картой? Все готово. Итак, мы установим приемник собственных частот на твой компьютер. Соединим с радиоприемником и после этого сможем следить за передвижениями флиппера. Надеюсь. Начнем. Ну что, есть там что-нибудь? Куин! Куин, прием! Ты что-нибудь видишь? Заработало. Все в порядке. Работает! Плыви к Майе, флиппер! Найди Майю! Он плывет к главной отводной трубе. Мы с Куином сядем в грузовик и поедем туда. А ты будешь следить за нами отсюда. Скажи мне, что это сработает! Это не может не сработать! Даже не сомневайся! Звук громкий и четкий. Но самое главное, слышишь ли ты флиппера? Отлично слышу. Флиппер заплыл в главную отводную трубу. Он поворачивает южное ответвление трубопровода. Понял, следуем на юг. Это угол Мэпл и второй. Только не это. Это ты? Нашел
кто-нибудь? Флиппер замер. Он сейчас в южном накопительном резервуаре. Мы едем туда. Ближайший вход в него – дренажная канава под Уорт-авеню. Почти прибыли. Сюда! Смотри! Велосипед Най. Нам понадобятся все ремни, что у нас есть. Все веревки. И еще одна рация. Понял. Дженнифер, это Том, ты слышишь? Вы ее нашли? Нет, скорее всего, она упала с велосипеда с моста Нуорт-авеню. Он ремонтируется, но предупреждающий знак сдуло ветром. Что ты будешь делать? Дженнифер вычислила, что накопительный резервуар находится на глубине 240 или 270 футов. Веревки хватит только на 250. Я сообщу тебе по рации, когда веревка закончится. Или когда я найду Майю. Удачи тебе! Осторожнее! И люди еще тратят огромные деньги на подобные развлечения в аквапарке. Надеюсь, в конце тоннеля будет свет! Ты моя! Богом! Ну давай, Том. Осторожнее. Осторожней, Том. Ты ведь нашел кого-нибудь, Флиппер? Конечно, нашел. Иначе бы не приплыл. Хоть бы они поторопились. Ты цела? Нога болит. По-моему, я ее сломала. О, Флиппер, ты здесь? Держись. Хорошо. Получилось? Еще нет. Но он закончил разматывать веревку. И как раз вовремя. Это временно, пока мы тебя не вытащим. Куин, я нашел ее. Держитесь, мы вас вытащим. Готово. Флиппер, Том меня спасет. А ты помоги Афродите и остальным дельфинам. Ее нога сломана. Неважно. У меня затекло все, что можно. Эти кадры показывают, к каким разрушительным последствиям может привести ураган. Такого рода несчастья являются причиной появления героических историй. И одна из них заслуживает особого внимания. Мы получили сообщение о том, что офицеры спасательной службы Белл-Харбора с помощью дельфина нашли и спасли из коллектора ребенка. Жертвой оказался 16-летний мальчик по имени Простите? Майк. Простите? А может быть, девушка по имени Майя? Опять ногу сломала. Это эпидемия.
Значит, в репортаже говорилось о вас? Обычная история о том, как девушку, застрявшую в водосточной канаве, нашел дельфин с прибором слежения на боку, а бравые офицеры вытащили ее на поверхность. Не забудь об отважном морском биологе, благодаря которому был использован этот прибор. А также о герое-офицере, который вас оттуда вытащил. В общем, мы опять вляпались в историю. Они, как обычно, чуть не погибли, но Флип спас всех. Поэтому мы всегда говорим... Я люблю этого дельфина. Я люблю этого дельфина. Я люблю этого дельфина. Мы любим этого дельфина. Вы знаете? Нет, не надо. Я люблю этого дельфина. Фильм переведен и дублирован отделом кинопоказа телерадиокомпании «Петербург, Пятый канал».